Так, всех приветствую на своем канале. В общем, собирались. Ну и тут собрались. Вот. Мне в ногу, блядь, херачит. Вот такая херня. В общем, наружно ездил я в магазин, купил для мясорубки головку. Но мне не помогла. Он все прокручивает нахер. Теперь решили. Он сзади легче откручивается. Хватит, Миш. Они вон все откручены. Будет на всякий случай наживить их всех. Ты не кидай. А вдруг эта ось пригодится. Сделаем эту телегу, видишь, какая хорошая будет. Как еще редуктор фамилия? Сюда. Моя фамилия очень известна, чтоб я ее вам называл. Вот, да, с такими приходится работать. Вот именно, что вот с такими приходится работать. Да, не сказал, сейчас этот сделаем. Колесо снимем, потом расскажу. Дальше смотрите видео, узнаете, в чем фигня, в чем прикол данной процедуры. Так, ну, продолжая разговор. Утро. Приехали. А, что делать-то? А что ты говоришь, она еще нормальная походит. Поднимаешь, Миш? Угу. Че? Поднимаю, блядь. Внутрь нахуй. Уходим, блядь. Сейчас посмотрим. Хорошо помазаны шпильки, нахуй. Смотри, еще немецкая смазка, нет? Нахуй его знает. Но она никогда не снималась, нахуй. Своей позвони, скажи, под цветы не надо. Колесо. Я даже своей звонить не буду, блядь. Вот так и засирают Россию матушку. Так. А сейчас копательные работы, наверное, начнутся. Не дотянули мы. Удержать не может. Короче, блядь, сейчас чуть не перебортировали колесо. Диски не подходят. По шпилькам попасть не могли, нахуй. Уже собрались, блядь, бортировать, нахуй. Не, а, вверх не влазит, Миш, маленько. А я знаю. Сейчас, сейчас подымем его. Монтажкой. Ага. Ну, вообще-то конические шайбы вон стоят. Должны вверх поднять. Надо верхние два подтянуть, и он диск подымет. Так. Вот тебе и так, блядь, уже чуть не бортировали, ну. Поменяли вот колеса. Жарища сейчас 10 прокосов сделаю. И домой. Там, Миш, тебе прокосить
еще этим, да? Да. Овцам. Не забыть было. Ладно, надо работать.